По сообщению Приволжского гидрометцентра, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом информируют в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Необходимо соблюдать правила безопасного движения на дорогах, включать противотуманные фары, при движении придерживаться правой стороны и не совершать обгон по встречной полосе, а также соблюдать дистанцию движения. Телестудия «Моя история» набирает новую группу. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Участники телестудии знают особенности видеопроизводства и монтажа отснятых материалов, умеют работать со звуком. Если вы хотите научиться создавать музыкальные клипы, фильмы для домашнего просмотра, научиться правильно производить съемки и монтировать фильм, записывайтесь. Необходимым условием для занятий является наличие смартфона и минимальные навыки его использования. Организационное собрание состоится 4 октября в 10:00. Занятия будут проходить по адресу: улица Мориса Тореза, 103А, каждую среду в 10 часов утра. Специалисты, которые занимаются предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, могут зарегистрироваться онлайн благодаря порталу госуслуги, говорится в телеграм-канале Самарского района. Срок оказания услуги – 7 рабочих дней. Результат услуги – свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии в электронном виде. В Ленинском районе Самары прошел правовой турнир среди школьных команд в рамках закона, сообщают в телеграм-канале Ленинского района. Побороться за звание лучших знатоков в области права собрались команды из 6-й, 12-й, 70-й, 81-й, 132-й и 148-й школ города. Лучшими знатоками стали учащиеся школы 81, которые будут представлять Ленинский район на городском этапе. Второе место заняла команда школы 12, а третья – школа 70. Победители и призеры награждены дипломами и кубками, а все участники – памятными призами.